Тренировались в Берлин, да, Олега Алкаева, нового начальника СИЗА. И он как раз был начальником этого СИЗА, когда там находился Иван Фомин, который писал нам. Мы взяли эти листы, которые мы отримали в 98-м году оттуда. То есть они еще пахли, вот заховали этот пах. И он так, его аж, ну, здриганула троху, когда я достала эти листы и поклала. Он сказал, я ведаю, но не треба мне их показывать. И каже, Ивана Фомина, я памятую, что его расстреляли за чужую вину. Что он оговорил себе на суде, и это все ведали, человека забили, ну, расстреляли ни за что. И эта история, так само, этот кейс есть в книге «Смертное покарание в Беларуси». Еще мы сделали такой акцент на репрессиях супроти оппонентов влады, потому что есть у громадства устойливый стереотип такой, что расстреливают только маньяков, забойцев, педофилов и неких страшных людей. И люди забывают про той страшный период нашей истории, про куропаты, когда людей просто решением суда, это было так само решение суда, их карали смертью за иншие погляды. И что в Украине делается, ну, есть народное покарание в любой час, этот же механизм может быть перестанный супрать оппонентов режима.